Господи, благослови. Мы отправляемся в рулетку. Оком. Вот так. Вот так, давай, говорите теперь, не накладывайте. Очки не надо, уберите их совсем. Да не нафиг закладываюсь. Шел Иисус Христос небес, нес святой, человек нищ помогал, больный сыр. Боже, Боже, помоги мне тоже сделать так, чтобы у этих людей все было в жизни нормально. У Отца, Сына и Святого Духа, Отче наш, иже есть на небесах, да святится имя Твое, да будет воля Твоя, яко же на небеси и на земле хлеб нас ночь, значит, нам есть отец ноги наши, я же мой оставлен языком нашего, один искушение высоком лука, у Отца, Сына и Святого Духа, аминь, 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 аминь. Ты щит мой отец, на силу защитить не, а не передо мной, к славу мной, аминь, аминь, аминь. Ребят, я вас боюсь. Ну, я в это особо не верю. Ну вот это есть неверующий, а неверующий осужден будет. Евангелие так говорит. А верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. И дабы надо, чтобы приходящий веровал, и верующим его он воздает. А неверующий он еще живет, как лопух на могиле. Умер, ничего нету. Любую пакость разрешает делать. Ученики он наркотики принимает, друг друга стреляют. Ну, я знаю. А который верующий, он взирает на Иисуса Христа, на начальника-совершителя веры, и подражает ему. И за смертью у него новая жизнь начинается. А у грешника ад, огонь. Там ничего больше нету. А крещение же, говорят, это как дочерняя компания пошла. Какая? Еще раз повторите. Ну, крещение на Руси, это же как христианство, это пошло как дочерняя компания. Он говорит, крещение на Руси пошло как дочерняя. От иудеев, типа якобы, насколько я слышал. Да, да, оттуда пришло, потому что их Бог избрал, а мы от них берем. Это богоизбранный народ еврейский. Ни одного правителя в мире не было, которые против евреев воевали, чтобы остались живые. Это приговор себе подписывает человек. Это Бог так сделал. 2896 наций, а богоизбранная одна. От них теперь мы получаем. Оттуда идет ислам, иудаизм, христианство. Хотим, не хотим, все банки мира, все средства массовой информации, юриспруденция, все в руках евреев во всем мире. Ну да, я согласен полностью. Ну и вот. И будет последний правитель в мире, он воссядет в храме Соломоновом. Там, где это Амихаях, это мечеть стоит, она будет убрана. И воцарится там Антихрист, 3,5 года будет царствовать. Уже все, мировой порядок разложен по частям. Мы можем ну, вам да, дать. Я в это особо плохо верю. Мы можем вам дать свои ресурсы, вы там отдельно посмотрите. Большой у нас YouTube. В открытым оком во свете Библии. Запишите название. Открытым оком во свете Библии. Если вы это добавите не канал только, а сайт. И на сайте вы найдете там наши книги. Наши миссионерские поездки. Вам будет это очень интересно. Хорошо, посмотрю-то обязательно. Спасибо. С Богом. Храни вас Господь. Ищите путь спасения. Путь истинной жизни во Христе. С Богом. А вот вопрос один. Давайте. А если получается, у нас как дочерняя компания получается, то кому молиться-то получается? Христу, Богу, Святой Троице. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. И принять святое крещение для мытья грехов. Встань, крестись, омой грехи твои. 22:16. Апостол Павел говорит Савлу. Для чего крещение? Для мытья. А обрезание, которое у мусульман было, оно было до пришествия Христа. И оно заповедано-то было определенным людям, таким как Авраам, это по-мусульмански Ибрагим. Значит, обязательно я к вам приду туда по ссылке туда и посмотрю туда. Вы на наши сайты, когда зайдете, у вас будет желание познать больше. Вы тогда в скайпе зайдете на меня, запишите Игнатий Лапкин. Это я. И мы с вами встретимся. Сейчас, подожди секунду еще раз. Как? Игнатий Лапкин. В скайпе зайдете, только ни аватара, ни ника, чтобы не было. Открытого такое лицо, как у вас, своим именем. И, ну да, да, да. И там конечно. Напишите, что как-то, чтобы я понял, что это именно вы.
А то приходится блокировать непрерывно, они там распространяют всякую пакость. Mm-hmm. Я гляжу, а вы, наверное, не курите? Что? Курите, нет? Да. Зря вы курите-то. А я подумал, что вы не курите. Так. Вот. Все, спасибо большое. Храни вас Господь, с Богом, давайте. Угу. Свидетельствуем людям о Христе Иисусе, чтобы они верили во Христа и ходили в православную церковь. Ну, я как бы с рождения верю в Христа, я крещённый с рождения. Он говорит, я с рождения хожу в храм и крещён. Может, какие-то у вас есть духовные вопросы? Мы можем дать вам свой видеоканал большой, открытым оком во свете Библии. Зарядите себе. Значит, духовных вопросов не знаю. Как бы я советуюсь это со своими родителями, со своими прародителями, так скажем. Мне этого хватает. Вы как? Может быть, у вас есть какие-то духовные вопросы? Если будет желание... Потом по скайпу выйдете. Какие-то вопросы, может, будут? А зачем по скайпу выходить, если как бы у меня есть родственники, которые тоже духовно веруют, и как бы я с ними обращаюсь? Прекрасно. Оно разве помешает знакомство шире иметь? А какому знакомству еще раз? Я 56 лет проповедник, миссионер, и с любым встречусь. Меня это лишь не будет. Встреча с вами. Это расширяет кругозор. Мы талантами делимся, какие есть. У меня брат родной, священник, протоиерей. Хорошо, я бы тоже хотел стать священником, на самом деле, только в ЕГЭ не позволил. Я сдавал на физику, а не на историю. Вам видно около головы? Вот у Володи там голубь летает. Да, вижу. Вот. У меня 3 голубятни было, сейчас 2 только. И в доме держу немножко. Это здорово. У злого человека голуби не водятся. Есть такая большая статья. Да, конечно. Но как бы современно учится немножко иначе. Смотрите, так, допустим, если я хотел стать священником. Так. Серьезно. Это большая ответственная должность, очень большая. Да, конечно, но как бы мой дед был священником, я бы хотел тоже повторить его судьбу. Но у меня по школе был как бы физмат, меня распределили физико-математическое как бы факультет, так скажем, да, по школе. Вот, и чтобы стать священником, я должен был сдать историю и обществознание. Но по физмату я должен был сдавать по ЕГЭ именно физику и геометрию. И поэтому я не смог поступить в Петербургскую епархию. Вот, такая судьба. Немножко странная, да? Ну, знаете, у каждого есть свое. Меня вот всю жизнь сватают разные епископы, чтобы рукоположить. А я понимаю, это не мое. Мы как-то в синоде сидели, и мне говорят, митрополит, вы обязательно должны быть рукоположены. Но я стал говорить, я работаю в 5 университетах, преподаю в школах, в армии, во всех отделах милиции. Ну, я понимаю. 3 радиопрограммы. Но... Он говорит, это допустим... хорошо, тогда тебе там доступ закроется, если ты будешь священником. Хорошо, а как мне молодому быть, допустим, после школы, то, что я не могу сдать банальные экзамены, чтобы поступить в Санкт-Петербургскую епархию? Ну, серьезно. Ну, надо смотреть, какой экзамен, чтобы не нарушить заповедь Божию. История, общесознание. Ну потому, и что вы ответите? Потому что в моей школе, в моей, как бы, в моем городе меня определили физмат. То есть я обязан сдавать физико-математические экзамены. Ну, это физику, биологию и геометрию. Ну, в этом опыт вреда есть. Нет никакого. Вот у нас есть такое свидетельство. Девочка учится на 1 пятерке. А потом приходит, у нее 1, 2, мать пошла в школу, что случилось? Она говорит, стихотворение вот такое, она говорит, не рассказывает. Она говорит, она спрашивает ее, там, Зина, ты ее выучила? Она говорит, конечно. А почему не рассказываешь? Потому что оно неправильно. Там написано, говорит, свет нам Ильич, а свет Христос, говорит, дает. Учительница поняла, делала ошибку. Говорит, я могу сказать так, что стихотворение неправильно, а я вам расскажу. И рассказала, и получила 5. И все. И вы от так... учителя зависит, на самом деле. Да вы. Но поскольку ЕГЭ проверяется компьютером, так что это не вариант абсолютно. Вы слышите? Нет? Ну что, компьютер? Он говорит, ЕГЭ проверяется компьютером. Почему не получается сдать у него экзамен? Ну я не знаю. Нет, почему? Получается. По физмату у меня все хорошо. Как бы я сдал свои экзамены, просто я не могу поступить именно в Санкт-Петербургскую епархию. Серьезно. Потому что у меня другие экзамены. Я их чисто физически не могу сдать.
Вот и все. Потому что мое, у меня направление физмат. Вот а это какое есть. Отношение это к семинарию имеет? Ну, вот так говорят ему в епархии. Я думаю, такого не должно быть. Согласен, такого не должно быть. Но почему-то я должен поступать на техническое образование, хотя я хочу не на него поступать. Вы против совести не поступайте. Совесть – это глаз Божий. В человеке бывает. Но мне, похоже, не суждено. Я должен учиться на каком-то инженере, хотя я не хочу конечно, этого делать. Конечно, нисколько не расстраивайтесь. Вы там, может, пользу больше принесете. Как Андрей... Ну, возможно, да. Андрей... Окей, у меня как бы мозг под это тоже заточен. Как бы я не пропаду. Просто мне хотелось бы нести свет людям, а не... Андрей Кураев говорит, церковь была гонимая, но никогда она не была так презираема, как сейчас Московская патриархия. Попы на каких машинах ездят, людей давят, сколько всего. А почему? Потому что веры нету. А когда страх Божий был, разве человек был это? Соломон пишет, один стих говорит, начало мудрости – страх Господень. Ну, согласен. Вы загляните... Что, вы думаете, просто принять свою судьбу и как бы... Вы на наш YouTube, загляните, называется канал «Во свете Библии открытым оком». Там 13,5 тысяч наших роликов. Хорошо. А если хорошо. На сайт зайдете, там у меня, я насчитывал раньше при советской власти, еще отбывал за это, все тома Златоуста насчитаны, «Добротолюбие», «Жития святых», «Во свете Библии», Игнатий Лапкин. Угу. Игнатий Лапкин. Все, и вы найдете все. На форум придите, назовите то форум, то сайт, то ютуб. Одинаково называется. Хорошо. С Богом. Храни вас Господь. Храни вас. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Если вам понравилось наше видео, одобряйте, ставьте лайк, а также поделитесь с друзьями о просмотренном в соцсетях ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках. Добавляйте в плейлист. Подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на колокольчик, это даст вам возможность узнавать о новых видео, которые обязательно будут выходить на нашем канале. А также смотрите другие наши видеоролики в нашем богатом видеоархиве. Помоги вам Христос. С Богом!